Как вернуть переплату по налогам? Каждый человек должен это проверить, потому что я тоже думал, что у меня нету переплаты, но все-таки у меня, оказывается, есть. Как эти деньги вернуть обратно? Заходим в Google Play, скачиваем приложение eSalik. Вот, eSalik. И нажимаем «Установить». После открываем вот приложение и здесь заходим в налоговый кошелек. Надо пройти регистрацию. Для этого вводим ЕИН или же вы можете с помощью ЭЦП. Самый легкий вариант с помощью ЕИН. Вводите свой ЕИН. И после войти зарегистрироваться. Но ваш номер телефона должен зарегистрирован в базе мобильных граждан. Это вы регистрацию делаете в EGOV.KZ. Нажимаю «Войти». И SMS-код отправлен на номер. Нажимаю «Разрешить». Придумываем обычный пароль для входа быстрого доступа. И здесь вот управление переплаты. Переплата 8460 тенге, общая переплата по налогу. Сумма, доступная для возврата, 11995 тенге. Здесь нажимаю «Выбрать» и выбираю «Для возврата». Выберите банк. Каспи банк. Номер счета, сберегательного карты счета, да? Чтобы этот номер счета взять, заходим в Каспи. Мой банк. Каспи Голд. Инфо. И реквизиты. Копируем вот этот счет номер. Просто держим, удерживаем и нажимаем копировать. Возвращаемся обратно в приложение. Салык. Тоже удерживаем и нажимаем вставить номер счета. Подтверждаешь документ, не обязательно поле, можно не подтверждать. После просто нажимаем продолжить. Так, сумму платежа 8440, вот указывается. И нажимаю подтвердить. Заявление отправлено. Теперь эти деньги должны мне поступить в Каспи.